Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Сегодня я нахожусь у моря в центре города Владивостока. Можете посмотреть, здесь как раз автобусные экскурсии проходят. Можно в автобусе совершить экскурсию по городу Владивостоку. Смотрите, как здесь красиво. Здесь вот морские экскурсии ежедневно проходят. Можно их совершать. Это памятник Александру Исаевичу Солженицыну. Русский писатель, публицист, общественный и политический деятель. И он лауреат Нобелевской премии по литературе получил в 1970 году. После вынужденного длительного отсутствия возвратился на родину 27 мая 1994 года через город Владивосток. Возвращался. И вот здесь ему, видите, мы поставили памятник. Вот он у нас у моря стоит в очень красивом месте. Любуйтесь, пожалуйста, видами города. Как красиво тучи идут. Так. Вот здесь вот подводная лодка С-56. Прогуляемся, посмотрим. Вот центр морского туризма. Это здесь. Давайте поближе посмотрим. Здесь вот такие. Приглашаем на ежедневные регулярные автобусные экскурсии в сопровождении профессиональных экскурсоводов. Продолжительность 2 часа. Отправление в корабельный лагерь напротив центра морского туризма. За приобретение билетов обращайтесь в здание... Видите, 2 часа проходит экскурсия, он говорит. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. Здесь вот. Так, возьму-ка я. Вот смотрите. Ой, листочек летает. Вот. Автобусные экскурсии. Здесь вот мосты порта города Владивосток. Карта маршрута. Видите, все вот здесь есть. Поснимаем, что там дальше. Так. Мы с вами пошли гулять дальше. Погода солнечная, дождя нет. С утра был такой сильный дождь. Хорошо, что все уже закончилось. Видите, какая переменчивая погода в нашем городе Владивостоке. Так, пойдем дальше гулять. Посмотрим. Вот можете посмотреть, как уже люди одеты.
Так, вот здесь какая красота. Так, здесь прокуратура города Владивостока. Так, вот мы приближаемся к мосту. Вот он, мост золотой. Прямо чуть ли не над нашей головой. Пойдем изучать дальше, что там. Так, дадут мне тут перейти. Вот эвакуатор. Вот здесь. Смотрите. Так, пойдем дальше прогуляемся, посмотрим. Здесь у нас приемная депутата Государственной Думы Николаевой Виктории Викторовны. Все узнаем, где что. Кому надо, обращайтесь к депутату Государственной Думы. Смотрите, какие здесь автомобили. Так вот, над нами золотой мост. И мы с вами золотые. Контрольно-пропускной пункт. Так, бегают под ногами. Так вот, смотрите, 77-й регион здесь. Сейчас под самый мост с вами попадем, под золотой. Вот еще поближе, и будете вы говорить, что были под золотым мостом в городе Владивостоке. Вот сейчас мы прямо под него подойдем. Вот смотрите, как здесь. Так, вы у меня должны все увидеть. Великие путешественники. Уже все районы города Владивостока изучили. Теперь смотрите, что здесь у моря находится. Все чуть-чуть ближе. Все. Мы попадаем под самый мост. Вот, смотрите. Ой, ветер какой сносит нас с вами. Ну, прямо с погодой везет. Хотят, значит, чтобы я вам это видео снимала, потому что когда дождь, все не так смотрится, а сейчас просто прекрасно. Вот смотрите, как этот мост на опоры, какие у него. Здесь
такая погода зимой, а люди, строители, строили мост. Во все времена года очень холодно, ветер сильный, строили контрольно-пропускной пункт, отряд судового обеспечения флота. Вот видите, что мы с вами нашли. Под мостом мы все. Вот, смотрите, вы под мостом золотым. Загадывайте желание. Герои Тихоокеанцы сражались за свою социалистическую родину. Там герои вот, сражались, чтобы мы с вами жили, отдавали свои жизни. Смотрите.